Саженцы пиона, древовидного восход, пиония сафротикоса идеально подходят для групповых посадок. Кустарник высокорослый, высотой до 1,2 метров. Пион выглядит декоративно даже после цветения из-за красивой пышной листвы. Расти предпочитает на хорошо дренированном грунте и солнечных участках. Цветки махровые, крупные, в диаметре от 20 до 25 сантиметров. На одном кусте может расцветать до 70 соцветий. Благодаря такому обильному цветению кустарник выглядит очень эффектно. Лепестки малинового оттенка. Продолжительность цветения короткая, 12-14 суток. При правильном уходе на одном месте пион может расти до 20 лет. Пион древовидный восход – это кустарники высотой 200 см. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка – розово-красный. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 16 см. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.